на песне «Нас баста», и ты так мне необходим. Для того, чтобы создавать вам хорошее настроение, чтобы мы вместе с вами пели, дарили друг другу улыбки. Поздравляю вас с первым днем лета, правильно? Сегодня же первый день лета. Себе меня, чужое, все.
готовы? Все-таки 1 июня День детей, и мы специально для всех наших артистов, для всех наших приглашенных гостей подготовили детские фотографии каждого нашего гостя. Ваша фотография тоже есть, поэтому, внимание, вы можете не смотреть, но готовы? Да, нет, я хочу посмотреть. Ну вот. Ну давайте аплодисменты, аплодисменты, как будто было вчера. Ну что я могу сказать, как я могу прокомментировать? Ну да, было. Главное, уверенно всегда говорить «да, было», правильно? Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Мол, аплодисменты из вас. Спасибо. Днем детей. Поздравляю. Ну что, продолжаем далее. Я напомню, мы с вами сегодня не только встречаемся здесь с артистами, которых любим, не только напоминаем друг другу о том, как устроено все наше движение первых, но и, конечно же, из чего оно состоит подробно. То есть, какие